Всем привет! Сегодня в руках телескоп Ревуэ с диаметром объектива 60 мм и фокусным расстоянием 910 мм. Основное предназначение, конечно, наблюдение Луны. Также Юпитер со спутниками, Сатурн. Длинный фокус для такой апертуры дает большое увеличение, однако объекты для наблюдений должны быть яркими. Телескоп установлен на начальную экваториальную монтировку. Такую монтировку можно плавно вести по двум осям, а если выставить должным образом, достаточно будет вести только одну ось, что значительно упрощает наблюдение. Хочется отметить, что ноги у штатива выполнены из дерева. Полочка для аксессуаров снабжена очень элегантным светильником. Также необычным здесь является искатель. Он вмонтирован в трубу, и для того, чтобы в него смотреть, нужно переключить. В трубе имеется специальное зеркало. Переключая его, мы перенаправляем свет то в искатель, то в основной окулярный узел. Также у искателя есть регулировка резкости. Искатель такого типа не нужно калибровать. Он всегда будет показывать ровно в центр. Окулярный узел имеет грубую настройку резкости и плавную. Рассчитан он под окуляры 0,96 мм, что является большим минусом. Удачных наблюдений и ясного неба в нужное время!